Всем привет, меня зовут Михаил Козлов, и я являюсь педагогом-организатором Московского центра «Патриот Спорт». И сегодня мы с вами проведем спортивную разминку в домашних условиях. Для этого нам понадобится гимнастическая палка, но в моем случае это обычная детская клюшка. Вы можете использовать веник, швабру и все, что есть. И футбольный мяч, обычный футбольный мяч. Так вот, все упражнения будут по 8 повторов, 2 раза. Начинаем наш комплекс упражнений с разминки головы. Разминаем шею. Делаем 8 повторений влево и вправо. Начинаем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы. Закончили разминку шеи. Упражнение разминка плечевых суставов. Для этого нам понадобится гимнастическая палка. Ноги на ширине плеч. Берем гимнастическую палку. Начинаем упражнение. И раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Еще раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Закончили упражнение. Третье упражнение в нашем комплексе. Разминка кистей. Называется упражнение кардио. Берем гимнастическую палку, руки перемещаем к центру и начинаем вращение. Сначала вправо 8 раз. Затем влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, закончили. Упражнение в нашем комплексе направлено на развитие локтевых суставов. Начинаем упражнение. Упражнение называется гребли. Занимаем положение сидя. Берем гимнастическую палку и начинаем гребсти. Сначала гребем на себя. И раз, два, разминка спины. Мы должны размять спину. Для этого нам понадобится футбольный мяч или обычный мяч, или гимнастический мяч, любой предмет. Вытягиваем руки вперед, перед собой. Начинаем скручивать. Делаем скручивание. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестое упражнение в нашем комплексе – это разминка тазобедренного сустава. Убираем мяч, ноги на ширине плеч, руки на пояс. Делаем движение сначала влево, 8 раз, потом вправо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Следующее упражнение на разминаем пальцы. Для этого нам надо делать небольшой бег на месте с поворотом на их сторону. Начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь во внутреннюю сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмое упражнение в нашем комплексе – это разминка коленного сустава. Для этого нам надо немножко нагнуться, положить руки на коленки и начать движение, как будто бы мы танцуем. Раз, два, три, четыре,
5, 6, 7, 8, и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь ставим на одну ногу, мяч под нами, и начинаем движение коленом сюда. 1, 2, вокруг мяча, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Встали на правую ногу и повторяем то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы, закрутили. Следующее упражнение — разминка голеностопов. Берем мяч в руки, ноги сводим вместе и начинаем упражнение. Вырастает. И 1, 2. Приподнимаемся на носки. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Молодцы, упражнение закончили. Но как мы с вами размяли все тело, завершающим упражнением в нашем комплексе будет 30-секундный бег на месте. Главная задача — сохранять темп на протяжении всего бега. И поехали. 1, 2, 3, 4. Спина ровно. 6, 7, 8, 9. Коленочку тянем вверх. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. А с вами был педагог и организатор Михаил Козлов. Оставайтесь дома, занимайтесь спортом в домашних условиях. Пока!